Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым заказом из компании Avon по 9 каталогу. Наконец-то я дождался свой долгожданный заказ. Потому что, я думаю, все вы прекрасно знаете, что произошло и с компанией Avon, да? Ну, не так как с компанией, как и с сайтом, да? Вот. И, конечно же, были очень много разных проблем, потому что люди, которые заказывали по каталогу номер 8, я не знаю, до сих пор они ждут заказы или уже получили заказы по 8 каталогу. Вот. И также, когда я уже делала заказ по 9 каталогу, честно, я тоже переживал, потому что не знал, когда придет мой. Потому что я знаю, что и говорили нам, что будут заказы тогда, когда сначала всем именно подправляют заказы по каталогу номер 8. Так что я думаю, что я буду ждать 2-3 недели. Но, слава богу, я всего лишь подождал одну неделю. Так что это хоть немножко радует. Так что давайте приступим и покажу, что же все-таки я приобрел. И с какого каталога, конечно же, заказ. Думаю, всем известный каталог номер 9. Думаю, много о нем говорить не нужно. Все прекрасно знаете, что хорошие есть скидки, акции, новинки. Ну как же что-то с этого не приобрести. Так что заказ у меня будет не маленький. Надеюсь, будет интересный и чем-то может и полезным. Так что давайте приступим. И с чего же я хочу приступить? Я, наверное, все-таки хочу приступить из новинки. Если вы помните в фокусе на последней страничке, там у нас появляются новинки, целый набор уходовой косметики для тела. Да? Это у нас идет серия Aloha Manoi. Да? И у меня решили именно этот набор приобрести. Что же в набор входило? Конечно же, это, как всегда, идет у нас пена для ванн 500 мл, и я думаю, все вы просто знаете, что в новых уже пенах нету никакой фольги, она у нас уже не запечатывается, так что все у нас открыто. Также здесь идет у нас аромат кокос и цветок тиаре. Что хочу сказать, когда я понюхала этот аромат, я просто остался в восторге, потому что так как я люблю пино коладу, и когда я понюхала вот именно здесь этот продукт, то она действительно вот пахнет пино коладой. Очень вкусный такой вот прям аромат. Я просто от этого аромата остался в восторге. Так что надеюсь, что клиентка останется также в восторге, как и я. Так что мне понравился этот аромат и вообще просто вау. Также в набор, что еще входило, также идет у нас гель для душа. Это серия Senses, также у нас идет Aloha Manoi, 250 мл, гель для душа кремовый. Также очень вкусно пахнет. И, конечно, он не такой, как раньше, вы помните, они были такие более густые. Вот, они не такие прям сильно густые, а такие даже, можно сказать, немножко жидковатые. Ну, и у меня тоже есть некоторые продукты, которые не такие густые, тоже именно с такой вот именно жидковатой консистенцией, но все равно хорошо очищает кожу, хорошо пенится и, главное, кожу не сушит. Так что надеюсь, что это тоже такой же самый будет продукт. И также очень вкусно, приятно пахнет. Вообще просто бомба. Следующий в набор у нас входил, это, конечно же, лосьон для тела 200 мл серии Naturals. Вот такой также пахнет таким же самым ароматом. Следующий набор входил, это идет у нас скраб для тела, и здесь 150 мл, такая вот упаковка, также из серии Naturals. И когда мы открываем, я, конечно, частичек не вижу, но он сам по себе идет такой вот именно беленький. И также очень вкусно, приятно пахнет, как вся эта серия. Так что вот такой вот еще скраб. Такие прям и красочные упаковки. Прям, да, вот именно летние. Еще плюс такой прям аромат тоже именно вот какого-то вот именно летнего. Какого-то такого вот прям блаженства. Очень приятный. И последнее, что в набор у нас входил, это, конечно же, спрей для тела. Также серии Naturals 100 мл. Именно вот такой вот спрей. Так что такой вот набор из 5 продуктов, это, конечно же, очень-очень круто, да? И он всего лишь стоил 190 гривен. Ну, действительно, очень хорошая, достойная цена. Вообще, просто вау. Ну, и также в каталоге можно было по фокусу приобрести, да, допустим, этот набор. И можно было, конечно же, в каталоге там приобрести по отдельности. Ну, так как я набор себе решил не приобретать для того, из-за того, что мне не нужно, я не пользуюсь ни скрабом, ни лосьоном для тела и спреем для тела, то как-то вот мне не надо было этот набор. Хорошо, что клиентка захотела этот набор, то как раз получилось ей по очень хорошей цене. Но я решил себе по отдельности приобрести. Это, конечно же, я приобрел себе также пену для ванн.
И у нас от той же самой серии 500 миллилитров. И я ни грамм не жалею, что я себе его приобрела, потому что действительно очень вкусно пахнет. Вообще просто бомба. И во-первых, что действительно вот эти пены, они просто-напросто крутые. Вот, они мне очень нравятся, потому что действительно очень хорошо пенится и долго, во-первых, что она очень густая и долго держится в ванне. Так что вообще просто бомбезные пены. И также, если вы помните, что идет у нас как раз вот на первой страничке, да, у нас идет акция гели для душа. Вы можете приобрести любые три геля по цене двух. Очень хорошая акция, но почему бы не приобрести? Так что я себе, конечно же, приобрел, и не только я себе, у меня тоже приобрели. Ну, первое, что я покажу, я себе приобрел, это, конечно же, опять же, Алоха Маной, да, 250 миллилитров именно вот этот гель для душа, именно решил себе тоже взять. Я же говорю, пока такая акция, я думаю, почему бы не приобрести? Также и у меня приобрели такой же самый гель Алоха Маной. Короче, у меня, так понимаю, по ролика от Avon, это будет у меня именно Алоха Маной, я так понимаю. Вот, целый тут прям арсенал именно одной только серии. Вот, следующий. Также у нас, если вы помните, также появляется новинка. А это у нас идет новинка, к сожалению, тут у нас пришло, конечно же, не по-нашему, но это, с одной стороны, это очень хорошо, не к сожалению, но с другой стороны, немножко плоховато, потому что я не помню, как он правильно будет. Ага, все, это у нас идет хула-хула, наверное, да. Это также серия Senses Hula Hula Hibiscus. Вот такой 250 миллилитров. Но он идет у нас именно просто вот именно гелевый, не кремовый. И также сюда у нас входит гибискус и маракуйя. Что я понюхал этот аромат, я просто от этого аромата также остался в восторге. Очень вкусный, сладковатый, такой вот именно фруктовый аромат, и чем-то даже мне вот напоминает какие-то вот, даже вот когда вот нюхаешь, даже какие-то вот нотки малины, хотя здесь малины не присутствует, но вот мне как-то вот еще ощущается здесь малина. Ну, очень какой-то прям вкусный летний вариант, вообще просто-напросто бомбезный аромат. Вот, ни грамма, опять же, не пожалел, что я его приобрел. Так, следующее, также у меня приобрели такой же самый гель для душа. Вот, и также я решила еще себе приобрести, потому что нужно было три продукта, да, чтобы была акция. И за это я решила еще обновить эту серию. Это у нас идет гель для душа. Так, Средиземноморские, да, ну и короче... Какие-то там пригоды зерноморские, я уже, видите, уже путаюсь, капец, короче, перегрелась, как говорится. Здесь у нас идет именно розовый грейпфрут и абрикос, именно вот такой вот гель для душа, 250 миллилитров, я думаю, если вы помните, я недавно показывала их, именно эту упаковку в пустых баночках предыдущего месяца. О, так что мне очень понравился именно этот гель для душа. Во-первых, очень вкусно. Действительно, также по-летнему как-то вот пахнет. И также освежает именно даже сам по себе этот аромат, когда принимаешь именно вот этот гель для душа. Вообще, просто шикарный. Также хорошо очищает, пенится хорошо и кожу не сушит. На лето как раз самый-самый раз. Так что решил еще себе, конечно же, опять же возобновить именно вот этот гель для душа. Мне очень-очень он понравился. И также у меня еще тоже приобрели, но это у нас идет уже мужской. Также здесь у нас и производитель Польша. И также тоже это у нас идет Польша. Это идет у нас и мужской продукт, также серия Senses. Гель для душа и шампунь. Да, именно два в одном. Это горный маршрут называется именно... Это серия, да, гель для душа. И здесь у нас ароматом лимона и эвкалипта. Также очень, кстати, приятный, такой вот прям бодрящий, такой вот именно мужской, бодрящий, такой вот прям свежий аромат. Кто любит, конечно же, такие вот ароматы, то можно, конечно же, приобретать. Допустим, для меня это, ну, тяжеловатый аромат, честно. Вот, но у меня очень много любителей именно вот этих ароматов. Также 250 миллилитров, и он идет у нас гелевый.
Так что я же говорю, что очень была достойная, хорошая акция, но как бы их бы не приобрести, да? Все-таки два берем по цене, не, то есть три берем по цене двух. Очень достойная, хорошая цена. Это получается, что каждый, да, именно ель и шел у нас почти по 50 гривен. Так что достойная цена, почему бы и нет. И также, если вы помните акции, если вы берете именно из со страницы 3 и 10, это, конечно же, вот именно вот эти акции, то тогда вы можете приобрести свой бьюти-бонус. Это туалетные водички именно серии Эспери, или женскую недавнюю новинку, или мужскую воду, да. И, конечно же, и очень была там хорошая цена, стоили они по 110 гривен. Ну, без 1 гривны. Очень достойная, хорошая цена. И за это, конечно же, у меня приобрели мужскую такую вот воду. Здесь 75 миллилитров, и, конечно же, она у нас приходит запечатанная в слюду. Так что, если что, на подарок можно самый-самый раз. И, конечно же, покажу я вам именно свой бутылек, чтобы имели в виду, какая именно идет эта вода. Так что, я же говорю, за 110 гривен действительно очень хорошая, достойная цена. Почему бы и не приобрести, правда же? Вот и я об этом. Так, следующее, что хочу показать. Также именно, если вот это я показал, тогда хочу показать. Заказали у меня вот такие вот именно щипчики, кусачки, да, для маникюра. Такие вот прям под красные, прям золото, типа как цыганское золото, такое прям окрашенное. Вот, оно, конечно же, запечатанное, запаянное, к сожалению, открыть я не смогу. Ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что это за кусачки. Так, следующее. Также у меня приобрели, это идет у нас Clara Skin. И если вы помните, тоже когда-то, ну, как-то была недавняя новинка, я также вам показывала это мыло. Это очищающее мыло, сокращающее пор и блеск с экстрактом древесного угля на каждый день. Здесь идет у нас 75 грамм. Так что решили мне еще приобрести вот такое вот мыло. Вот, следующее, также у меня приобрели, это идет у нас мужской On Duty, это шариковый дезодорант для мужчин, который действительно хорошо защищает и, главное, не пачкает кожу. Вот, потому что раньше у меня был такой, я пользовался, очень был в восторге, но когда вот я узнал, что здесь присутствует никель, или как там, не никель, а вот этот, что присутствует, как он идет. Очень такие маленькие буквочки, я не могу здесь, алюминий, вот. Из-за того, что здесь присутствует алюминий, из-за этого я прекратил именно пользоваться такими шариковыми дезодорантами. Но у меня их любят, обожают, и по барабану. Алюминий там, не алюминий, если нравится продукт, то и берут. Потому что сам по себе этот продукт действительно очень хороший и достойный. Потому что после него действительно не было никаких пятен, ни белых, ни желтых. Так что все отлично и все супер. Даже если вы потеете, все равно очень приятный и нету никакого неприятного аромата. Так что достойные такие вот продукты, так что у меня вот приобретает. И не имеет значения, вредное там какое-то свойство или не вредное. Вот, ну, опять же, в каждого свое мнение, в каждого свой организм, и каждый решает, что хочет, тот и делает. Правда ж? Вот так. И я тоже об этом. Также у меня приобрели, это, конечно же, думаю, всем знакомая вода, хотя здесь не было никаких акций. Вот, а была обычная цена, это у нас идет Today Tomorrow Celebrity, да, это мужская водичка. Думаю, всем известная, всем знакомая, 75 миллилитров. Также она приходит у нас запечатанная в слюду. И, конечно же, если вы помните, я вам просто даже покажу свой бутылек. Вот, именно какая именно здесь идет вода. Очень действительно шикарнейший, очень люблю этот аромат. И более он даже как-то вот и подходит как унисекс. Потому что я знаю, что некоторые даже приобретают не как для мужчин, а как приобретают как для себя. Это, конечно же, девушки приобретают, пользуются с огромным удовольствием и остаются в восторге. То, что действительно очень вкусный, приятный аромат. Так что вот за это у меня вот тоже вот решили приобрести вот такой вот аромат. Потому что действительно очень достойный аромат. Ну, я так, наверное, вот поставлю, да, чтобы было в виду знать, какие именно идут вот здесь ароматы.
Так, следующий, ну это так, наверное, все равно его тут плохо видно. Так, следующее, что же у меня приобрели? Также приобрели, это идут у нас детская серия, серия Naturals Kids. И за это у меня тоже очень любят и постоянно приобретают, если есть хорошая цена. Это сладкие сны с ароматом лаванды. Детский лосьон для тела, 150 мл. Любят, обожают и, еще раз повторюсь, хорошая цена, бывает, приобретает. Нюхать я не буду, потому что, я думаю, все вы просто знаете, что я не переношу аромат лаванды. И также еще одну такую же самую приобрели, только это идет у нас и детская пена для ванн. Вот, и также она идет, как и гель для душа. И также идет 250 мл. Именно с этой же серии. Была очень хорошая, достойная цена, и за это вот решили приобрести. Также у меня приобрели, сейчас я попробую быстренько найти. Также у меня приобрели лак Pro Color 60. Вот такой, думаю, всем известный, да. Вот, что очень быстро высыхает за 60 секунд, да. Думаю, всем известный, всем мы знакомы. Здесь, если будет хорошо видно, называется как этот лак. Называется он огняная ягода. Вот, и в этом лаке у нас идет 10 мл, и, конечно же, сам идет вот этот лак. Вот такой вот прям лак, он действительно такой вот прям яркий, действительно такой прям огонь-огонь. Очень интересный, хотя вот именно если вот посмотреть вживую, он более такой вот именно коралловый. Когда мы смотрим в камеру, да, он более как-то вот, не знаю, ну, вот, может, вам будет видно, что это более такой какой-то похож даже на коралловый, розовый. А вот именно когда в камеру смотрю, он более как-то вот идет как оранжевый цвет. Ну, как-то вот мне кажется, что камера немножко не передает, как в жизни. И, конечно же, покажу вам именно на ромашке. И на ромашке он идет вот. Так что вот покажу. Вот он. И здесь нанесен всего лишь один слой. Очень хорошо, равномерно наносится. Не полосит, не жидкий. Очень, конечно же, комфортный. Так что еще раз покажу вам. Вот. Ну, опять же, я же говорю, что камера как-то вот так не передает. И, конечно же, в каталоге. Вот он. Сейчас я вам попробую его. Вот он идет. Ну и хочу сказать, что какой он в каталоге, он более какой-то вот светлее. Потому что в жизни он намного насыщен цвет. И более такой вот ярче, вот, и красивее. В жизни намного лучше этот цвет. Так что, также знаю, что останутся в восторге именно от этого лака. Потому что я же говорю, что любят и эйвонские лаки, обожают. И бывает периодично, конечно же, приобретают. Следующее, что хочу показать, также была очень хорошая акция. Ну, даже не акция, а просто и шла у нас супер цена. Ну, опять же, Игорь будет, наверное, листать очень долго А, нашел, слава богу, очень быстро. Так, это идут у нас супер цена на карандаши для глаз. И они стоили всего лишь за 50 гривен. Действительно, очень хорошая, достойная цена. И за это, конечно же, у меня приобрели прям... так, 7 штук карандашей. Так, каждые карандаши у нас идут... так, сейчас мы посмотрим. Я так, наверное, не скажу. Сейчас я... надо сначала посмотреть сразу, потому что тут есть разные цвета. Да, это у нас получается «Зоряное небо», именно карандаш. Вот именно прям синенький. И он идет у нас именно из серии «Диамант». Он именно с такими вот частичками. Так, следующий карандаш. Смотрим. Вот, я же говорю, этот раз просто очень хорошая цена на эти карандаши. У меня решили приобрести. Так, этот у нас карандаш идет именно... Я, наверное, не переведу сразу так на русский. Называется «Мерехтлива безодня». Код 20846. Он такой вот более фиолетовый.
И также он идет у нас как ну, серия Диамант. Вот. Так, следующее. Потому что мне еще, я знаю, два карандаша просто приобрели именно без шиммера. Так, следующий такой же самый, как и было, это Зоряное небо. Вот такое, вот такой же самый. Значит, таких две было штуки. Так, следующий, потому что тут всех прям не усмотришь. Также следующий у нас карандаш. Тоже какой-то вот именно. Ага. Так, интересно, сейчас я посмотрю. Так, это уже просто идет обычный карандаш. Это смарагдовый карандаш. Вот. Он такой вот. Но что хочу сказать, что в жизни он как-то вот совсем по-другому. Здесь он какой-то вот такой прям синенький. Потому что именно в каталоге он более какой-то вот идет такой вот прям зеленый. А здесь он какой-то вот прям синеватый. Я даже немножко вот и потерялся. Так что давайте откроем, посмотрим. Зеленый он. Ну вот, если вот посмотреть, так он, конечно же, идет зеленый. Но если вы видели, что в каталоге он ярко-зеленый, более светлый, а в жизни он темнее. Вот если посмотреть, да? Вот. То, конечно же, в жизни он совсем не такой, как в каталоге. Здесь более темнее зеленый карандаш. Потому что я даже немножко потерялся. Я думаю, стоп, не могло быть, чтобы заказали три карандаша Зоряное небо. Думаю, что-то тут нечистое. Вот. Но это именно обычный карандаш для глаз. И это без всякого шиммера. Так, следующий карандаш. Сейчас, я же говорю, что видите, бывает так, что оттенки отличаются в жизни, в каталоге. Так, следующий у нас карандаш идет. Это сейчас опять же надо смотреть, потому что чтобы не попалось и что-то другое. Ага, так, это у нас также идет именно диамант. Это коричневый сахар. Вот такой вот. Ну и если давайте откроем, посмотрим. Ну, конечно же, когда, ну, так не видно там никаких блесточек и так дальше. Но он именно такой вот именно идет коричневый. Вот. Но я же говорю, что меня очень любят именно вот эти автоматические карандаши. Вот. А действительно, когда еще есть очень хорошая цена, да, почему бы не приобрести. Так, следующий у нас, сразу, чтобы потом не было у нас... Ага, это уже обычный у нас карандаш, это не серии Диамант, это идет у нас просто коричневый. Ну, здесь уже видно, что он просто вот коричневый. Даже вот, даже если так вот посмотреть, то можно сказать, что он черный. Но он идет у нас именно коричневый. Так, и здесь сейчас мы откроем. Ну, вот именно и тоже в каталоге он немножко светлее, чем в жизни. В жизни он более темнее. Вот. Так что вот. Я же говорю, 50 гривен карандаши, которые действительно очень классные и достойные. И последний карандаш, который у меня приобрели, это также идет у нас серия Диамант, сразу я говорю, потому что я это уже точно знаю. Вот, и так, это у нас идет, так, дымчатый диамант называется. Вот. Он идет более такой вот именно серый. Вот. Так что я же говорю, этот раз у меня уже прям карандашами так же затарились, так затарились, что хочу я вам сказать. Ну, я думаю, сейчас быстренько их позакрываю. Вот, чтобы время у нас просто-напросто летит. Это капец. Так, ну я так вот положу их все сюда. Пусть они здесь так будут. Так, следующее. Также мне пришло. Это тоже была... это смс-ка приходила, что была какая-то вот именно хорошее предложение. Ну вообще просто, кто делал заказ по каталогу номер 9, то получали в подарок
Или там за 11 гривен, или в подарок, я уже честно не помню, потому что это точно не заказывала. И знаешь, что именно автоматом влаживают именно в заказ. Эта серия идет Кеа, увлажняющий гель для рук с антибактериальным эффектом. Содержит 64% спирта, 100 мл. Ну, что хочу сказать, что действительно очень приятно, что в подарок или даже за 11 гривен все равно очень, конечно же, приятно. Что я могу об этом сказать? Так что я очень довольна, что все-таки как-то вот именно я попал под эту акцию какую-то, что именно всем представителям, кто делал заказ, да, могут получить именно вот такой вот именно антибактериальный средства для рук. Так что это, конечно же, очень-очень хорошо. И следующее, что хочу я вам показать, наконец-то, я уже прям довольный, что помните в предыдущем заказе, я был расстроен, потому что хотел вам показать новинку из серии Абсолют Элит Джентльмен. Думаю, все мы вы помните, именно что я вам об этом говорил. И за этот раз, наконец-то, вклали мне в заказ. Сам по себе вот такая вот коробочка 50 мл. Честно, я думала, что как-то вот я не смотрела, сколько здесь миллилитров. Я думала, что будет побольше упаковка. Вот, и я думала, что все-таки будет 75 мл. Но нет, оказалось, что 50 мл. Также все приходит у нас запечатанное в слюду. И, конечно, вот идет у нас сам аромат. Конечно же, бутылка оформления просто бомбическое. Очень шикарное. Прям очень богато оформлено. Действительно, очень шикарно. Так что, если на подарок, будет очень суперски. И если вы помните, я вам сразу говорил, что когда я нюхала на странице, мне этот аромат не понравился. Но я все-таки решил приобрести, потому что хотелось услышать, как будет на теле. И если нет, то он меня заберет его с руками и ногами. Или продам, или, конечно же, пойдет на подарок. Это уже, конечно же, как пойдет. Но то, что хочу я вам сказать, что он действительно более идет такой вот именно аромат... мужественный, и он более для зрелых мужчин, потому что, не знаю, может, или еще в каждого какая-то вот разная кожа, потому что, когда вот я нанес этот аромат, я подержал его полчаса, ну, вот аромат на мне, он открывается просто-напросто аптека, вот именно пахнет на мне аптека конкретная, я просто, конечно же, как-то вот удивился, потому что именно вот и древесность, очень, конечно же, прет древесность. Ну и аромат аптеки, как-то вот таблета какой-то вот аромат. Хотя на страничке просто какой-то вот именно мужской древесный аромат. На моей коже вообще просто черт знает что. Короче, конечно же, это не мой аромат. И да, он стойкий, спору нет. Но, к сожалению, я не хочу пахнуть аптекой. И действительно, как я вот понял, что это для зрелых мужчин. Никакой здесь у нас идет ноты, да, вообще входит древесно-амбровый аромат, это удовое дерево, амбра и итальянский лимон. Ну, вот такие вот нотки входят в этот аромат. Но я же говорю, что именно, удовое дерево слышно, даже немножко какие-то вот есть амбра, но все равно вот именно какими-то вот таблетками, потому что вообще итальянским лимоном здесь даже нигде даже не перекасалось, вот, но то, что вот какими-то вот таблетками, то это что да, то да, спору нет. О, так что, к сожалению, это не мой аромат, так что я же говорю, если что, да, можно даже дарить и родителям, да, вот именно вот такой вот аромат подойдет самый-самый раз. Ну, и я могу сказать, что он более такой какой-то вот прям вечерний вариант, или даже можно дневной, но более на холодную погоду, потому что мне кажется, что на летнюю он немножко будет как-то вот удушлив. Вот, так что более, я думаю, что на холодную будет самый раз. А если на летнюю погоду, то, конечно же, лучше вечерним варианте. И последнее, что хочу я вам показать, конечно же, это новинку следующего каталога. Это, конечно же, женская туалетная вода. Думаю, всем известная. Да, это сериал Утопия. Да, вот именно такая вот именно интересная здесь упаковка. 75 миллилитров. И также она приходит запечатанная в слюду. Так что, конечно же, очень-очень круто. И сама бутылка. Ну, бутылка, конечно же, ну, я вообще просто в восторге именно с этой серии, потому что у них все бутылки, именно это идет уже по счету третья бутылка, да, которая с этой серии Surreal. Вот, они просто-напросто восторг я от этих бутылок, потому что оформление вообще просто замечательное.
вспомогательное. Это стекло, и такое вот прям массивное, тяжелое стекло. Ну, колпачок, конечно же, идет пластмассовый. И да, колпачок неудобно закрывается, потому что надо еще так вот попасть, чтобы его вот именно действительно по-правильному закрыть. Это, конечно же, немножко минус. Но то, что оформление самой бутылки очень красивое, и прям рука сама по себе тянется именно использовать этот аромат. Так, какие здесь у нас нотки? Если было бы здесь нотки, было бы интересно. А я, к сожалению, здесь не вижу. Здесь что-то не пишут ноты. Сейчас я буду искать где-то в каталоге. Секунду. Так, слава богу, в каталоге я нашел. Потому что что-то вот именно в фокусе как-то вот не написаны были ноты. Так, это у нас идет группа цветочно-древесный аромат. И нотки черная смородина, гелиотроп и ваниль. Вот такие вот идут нотки. Что хочу я вам сказать. Вот честно, вот этого аромата я просто-напросто в восторге. Потому что он также стойкий, этот аромат. И ну ты просто вот именно, когда вот нюхаешь, ну просто такой вот именно такой вкусный, легкий, такой вот именно приятный. Какой-то вот именно сладковато, какой-то вот такой вот прям воздушный аромат. Ну, очень такой вот прям как, такой как облако, что-то вот такого вот рода. Ну, очень вкусно, не навязчивый, не приторный, не там не удушлив. Ну, очень вкусный, приятный аромат. Я просто-напросто от него в восторге, именно от этого аромата. И когда вот нюхаешь... Ой, просто восторг. Вроде кажется, обычные какие-то такие вот нотки, да, ничего такого сверхъестественного нет, но, я опять же, может у каждого разная кожа, может открыться как-то по-другому, но на мне, ну просто я бы его нюхал и нюхал, потому что действительно такое вот прям нежное, какое-то вот воздушное облако именно этого аромата. И он подходит, конечно же, как на теплую погоду, вот, и на вечерний вариант также, потому что он какой-то вот такой вот прям... Нюхаешь и не можешь нанюхаться от этого аромата. Очень вкусный, приятный, такой вот прям свежий, сладкий. Даже я не могу сказать, что он свежий. Он как-то вот, именно я же говорю, какой-то вот воздушный, сладкий аромат. Вообще, прям как зефирка. Недаром такая вот упаковка идет, да? Вот действительно, когда вот нюхаешь... Аромат даже мне чем-то вот напоминает какой-то вот зефир. Вот что-то такого вот в рода. Ну, очень вкусняшка, просто вау. Кто любит такие ароматы, я вам советую, вы не пожалеете. Очень суперский аромат. Так что вот этот аромат класс. Мужской, к сожалению, не мое пальто. Так что все, мои хорошие, спасибо огромнейшее, что вы были со мной. Надеюсь, было интересно, что-нибудь может полезное. И как всегда, до новых встреч. Целую, люблю, ваш Игорь. Пока-пока.